Всем привет! Сегодня мой отзыв будет посвящен очищающему пенящему крему для лица с экстрактом апельсина от французской марки Clarins. Данное средство представлено в виде крема оранжевого цвета с отшелушивающими частичками, которые при контакте с водой превращаются в белую не очень густую пену. Средство обладает ярким апельсиновым ароматом и направлено оно на восстановление сияния кожи. Производитель обещает мягкое очищение и отшелушивание, благодаря чему кожа становится гладкой, мягкой и сияющей. Микрочастицы кремния очищают поры и отшелушивают кожу, не раздражая ее. Экстракт апельсина, входящий в состав, обладает антиоксидантным действием, тонизирует и наполняет энергией. А экстракт семян моринги способствует выведению токсинов, придавая коже неповторимое сияние. Данное средство заявлено для всех типов кожи. Мне этот пенящийся крем очень понравился. Он очень хорошо очищает кожу лица, частички отлично скрабируют, не травмируя кожу, делая ее чистой и гладкой. Понравился эффект после использования. Кожа становится бархатистой, цвет лица выравнивается, поры очищаются, лицо приобретает здоровый отдохнувший вид. Совершенно не стягивает и не сушит кожу. Экономичный. Даже при ежедневном использовании, думаю, его хватит надолго. Я использую 2-3 раза в неделю. Кожа у меня чувствительная, комбинированная. Для меня этого вполне достаточно, хотя оно заявлено как средство на каждый день. Рекомендую к покупке.